Теперь пенсионеры будут получать в среднем на 400 рублей больше, а примерный размер пенсии составил более 12 тысяч рублей. В результате данного перерасчета потребность всех выплат по линии пенсионного фонда за январь месяц увеличилась на 17 миллионов рублей. Это только по январю увеличение. И общая сумма вот данных выплат по январю составила 532 миллиона рублей. Единовременные выплаты инвалидам будут проиндексированы с февраля, социальной пенсии в апреле. Программа материнского капитала продлена до 2021 года включительно. Сейчас семьи имеют право получать определенные денежные суммы из средств капитала. Ребенок, рожден либо усыновлен, должен быть после 1 января 2018 года и также являться гражданином Российской Федерации. И третий критерий – это размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте. То есть в Новосибирской области на сегодняшний день это 17 781 рубль. Уже сейчас искитимцы имеют право вместе с получением сертификата оформить заявление на получение выплат.